Ах, опять нашел мини-дизайнерскую квартиру такую вот. В районе Обагёль. Подходит квартира под ВНЖ. Так, здесь вид на бассейн и на зеленую территорию проекта. До моря максимум здесь 400 метров, 420 максимум, скажем. Два балкона, два санузла. Первый большой балкон, который можно застеклить, будет вам дополнительная комната. Да, и... Так, айдат где-то 500-600 лир. Открыта парковка снаружи. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. По понедельникам тут рынок Оба. В той стороне речка, Аланиум. Торговый центр метро в той стороне. Рядом также есть сеть магазинов Шок, Бим, Мигрос. Внизу этой квартиры есть кладовки. В каждой квартире отдельная кладовка. Так что квартира прямо не на земле. Она высокий первый этаж. Иксек Гиришкат, говорят по-турецки. Бытовая техника, Регал, холодильник, Эско. Ну и как видите, можно будет поменять бытовую технику последовательно, не сразу. Цена хорошая, дорогие зрители. В этой квартире там сделали скидку 2500 евро. Сейчас цена у этой квартиры 150 тысяч евро. Крайняя цена. Спальня где-то 12,5 квадратных метров. Мраморный пол. Два санузла полноценных. Первый санузел. Высота потолков 265 сантиметров. Я уже все отмерял лазерным измерителем. Я на глаз уже все почти проекты знаю, где сколько. Например, эта спальня 15-17 квадратных метров полезная площадь от стены до стены. Это расстояние там метр, там 6-70 сантиметров с той стороны. Здесь забыл лампочку включить. И второй санузел, да. Тут второй балкончик. Цену я вам огласил. Здесь машин много не проезжает, тихо, спокойно. Все, звоним и покупаем. Получаем вид на жительство. Пока что дают. С вами была Гаси, Солнечная Лань, район Обагёль. Всем пока-пока.